немножко как-то под другим углом. Значит, песня очень коротенькая, но у нее есть три эпиграфа. Как-то вот они так прилепились к этой песенке. Я рассказываю при случае все три эти анекдота. Первый. Иван-царевич, стрела, лягушка, и молвит она человечьим голосом ему. «Поцелуй меня, Иван-царевич, я девицей прекрасной оборочусь». Поцеловал Иван-царевич лягушку, обратился на девицей прекрасной, и любовь у них такая, прямо как в сказке, до самого утра. А утром проснулся Иван-царевич, смотрит, рядом опять лягушка. Он так ее взял за лапку. Удобная вещь. Шли годы. Ситуация повторилась. Шли годы, светало. Светало, да. Молвит лягушка опять человечьим голосом, поцелуй мне, Иван-царевич, на что Иван-царевич молвит ей сии слова. Видите ли, лягушка, в жизни каждого мужчины наступает момент, когда ему нужна просто говорящая лягушка. Ну и третий эпиграф, это так вот, что называется, на злобу дня. Поцелуй мне, Иван-царевич, поцеловал Иван-царевич лягушку, обернулась на девицей красной, и обвинила его в жестоком обращении с животными и в сексуальных домогательствах. Все. Из лягушки она превращалась в девушку. Ой, не доцеловал. Кожа у нее теперь зеленоватая, глаза чуть на выкате, а так ничего. Ты не печалься, царевич Иванушка, говорит ему девушка, это ничего, что спина у меня пупырчатая, зато ноги прыгучие. Эх, не доцеловал. Это еще одна сказка Володи Васильева, но это немножко печальная сказка. Она называется «Спящая царевна». Мудрецы о тебе кумекали, да звучали не те слова. Разводили руками лекари, крепко спит, но скорее жива. И бросался я в степь ковыльную, и распугивал воронье. И на меч паутину пыльную наворачивал, как тряпье. И ответы искал у нечисти, как дорога к тебе долга. Отчего ты, бедняга, мечешься, вопрошала меня яга. То сидел я на хлебаной корочке, то без удержу пировал с пьяным зайкой на пригорочке, об одной тебе горевал. А долень траву я заваривал, за моря бежать был готов. Зайка серенький уговаривал, поцелуешь всего делов. И бездумно ломился в чащу я, и задумчиво гладил рожь. Ох, Россия, царевна спящая, поцелуешь.